mean, Zvezda, it's obvious that the way they built the team this summer, that they are very ambitious and very athletic. They do have the combination of youth and experienced players. Now they have also a new coach and a very experienced coach. They already, the last three games, and they surprised Milano on the road. So they play tough defense, they're physical. They choose to either switch or play big and try to force the ball to the big bodies. Overall, it's a team that we have to respect, take it serious, and it will be a tough game for sure. That's, for us, it's not anymore a double week, it's a triple week with two travels, but that's what we have. Да, очень талантливая команда и одна из первых команд в Евролиге, которая обладает невероятной защитой в первой четверке вместе с нами. Вы знаете, у них много бросающих игроков и много мобильных защищающихся. Мы, прежде всего, разбирали их защиту. У них зачастую присутствуют смены и выходы из-под заслонов, так что про защиту они могут меняться. И такой мобильный игрок, как Джеймс Гист, может играть против маленьких наших быстрых разыгрывающих. Отметили их бросающих, которые выходят из-под заслонов. Так что будем смотреть по игре. Ну, в принципе, установки получены. Все сегодня отработали. Завтра еще одна тренировка утром и в бой. Мы стараемся, конечно, от игры к игре улучшать свою игру и уменьшать количество ошибок. Потому что в некоторых матчах Евролиги у нас слишком много их было, и мы, конечно, хотим их сокращать.